Когда мы вернулись из пионерского лагеря. В один день случилось сразу два события. Я их запомнила на всю жизнь. Во-первых, в наш дом приехали новые жильцы. Девчонка. Обыкновенная невзрачная девчонка. Нет, правда, если бы тогда Борька Иволга не прицепился за грузовик, я бы на нее и глядеть не стал. У нее только имя ничего. Надежда. А потом я увидала ее отца. И ружья. Два охотничьих ружья. Неужели же девчонка тоже ходит на охоту? Интересно. Она оказалась, эта Надежда. Почему-то я сразу ей не понравился. Представляете? Да я запросто мог бы схватить ее за косу и проучить. Конечно, я этого не сделал. Но я решил ей показать, что у меня тоже твердый характер. Же она меня. И тогда я дал себе слово никогда в жизни не водиться с девчонками и презирать их изо всех сил. А Надежда все вертелась и подставляла мне под нос свои дурацкие вещи. Просто издевалась надо мной. Мне бы встать и уйти. А я почему-то сижу. Ну до чего же непонятно устроен человек. Вспомнил, что хотел пойти к отцу. Я люблю смотреть, как он работает. Тогда я еще не знал, что примерно в это же самое время произошло и второе событие. Yeah.
Здравствуйте, дядя Федя. Как в лагере погулял? Руки и ноги целы? Все в порядке, дядь Коля. Целы и невредимы. Значит, плохо погулял. Ты к отцу? Да. Вон он. Давай на седьмой. А у нас новости, папа. А, ты, Федор. К нам новые жильцы приехали в квартиру 13. Прямо над нами поселились. Зернова их фамилия. Отец и девчонка. Мать дома? Мама, наверное, дома. Когда я уходила, она дома была. Комнату убирала. Ну-ка, пойди и скажи, пусть принесет мне что-нибудь поесть. Я сегодня задержусь. Да я тебе сам принесу. Делай, что тебе говорят. Иди. Ты сам поешь, Елизавету накорми. Кашу в духовке, а молоко на полке. И не шалить, слышишь? Опять каша. Будешь есть, что дадут. 3 дня каши не было. Это ты тренила. Мама нас сегодня утром кормила развознёй. Не развознёй, а размазнёй. Что случилось, Гриша? Держи. Ты дала? Откуда это? Клад. Купец какой-то зарыл, тут у него амбар стоял. Оно вон как повернулось. Прямо мне в руки пришло. Бери, не хочу. Будем делать, Ксюша? Как что? Гриша, неужели ты хотел взять? Было грешным делом такая минута. Блеснуло это золото, будто в сердце что-то ударило. А потом Федька пришел. И так мне за себя стыдно стало. Девочки, обед готовлю и приду. Приходи скорее, успей скорее. На другой день я узнал, что отец девчонки дорожный мастер. Год назад у нее умерла мать. И теперь всеми делами заворачивает сама Надежда. Держи, растеряха. Thank you.
квартира 13? Да. Зернов тут проживает? Здесь. Только он на работе. А хозяйка дома? Дома. Угу. Я хозяйка. Да. Бачи твой за прокат и за доставку рассчитался полностью. А ты вот тут только свою фамилию поставь. Вот тут. В артистке собираешься? Ну что вы, учительницей хочу. А музыка это так... Папе нравится. Мне казалось, что я самый счастливый человек на свете. Мой отец нашел ценный клад и отдал его государству. И я так гордился этим, так гордился. Словно сделал это не отец, а я сам. Чрезвычайное происшествие! Чрезвычайное происшествие! Последнее известие! Последнее известие! Смотрите на это немое чудовище! Смотрите и слушайте внимательно! На днях машинист экскаватора Григорий Стрельцов... Это его отец. И мой тоже. Ну вот. Григорий Стрельцов во время работы нашел клад золотых монет и драгоценных украшений. Вот это здорово! А какие драгоценности? Да разные. Чего же ты молчал? Такое дело, а ты... А чего хвастаться? Отец же нашел, не я. А государству какой доход, ребята, соображаете? Целый пятиэтажный дом, наверное, можно построить на эти драгоценности. Дом не дом. А бананов, наверное, целый пароход закупить можно. Бананов? Сам ты банан. Только про бананы и думаешь. А отцу твоему, Федька, обязательно за находку премию дадут. А за что давать? За что премию давать? Как за что? За то, что нашел. Но он же не искал. Случайно наткнулся. Без всякого труда нашел. Много ты понимаешь. Катись отсюда к девчонкам. Не дадут, не дадут. Надут, Федька, не расстраивайся. Это я тебе говорю. А газету возьми на память. Не дадут. Ай да Лиза, Лиза, лето больно, носик твой хорош. Обойди, пройди полсвета, краше Лизы не найдешь. Но кого ж ты хлоп-топ, а ладошки хлоп-топ. Ай да Коля, дядя Коля, он присед всегда готов. На ногах у дяди Коли сапоги по семь пудов. Ну-ка. Ножки топ-топ, а ладошки хлоп-хлоп. Хорошо. Забирай, Ксения, свои плесочки. Шабаш, у меня ножки не казенные. Теперь, Федя, будем твои картинки смотреть. Дядя Коля, все, все. Ну, как говорят, дай Боже, что завтра тоже. Это она там. Бренчит целыми днями, уже так надоело. Ну, Федор, показывай свое искусство. Альбом для рисования. Так. Узнаю мостик. Здесь здорово окунь берет. Вот правда. Будь здоров. Пионерлагерь. Березки, сосны. Нет ничего лучше, как жить на воле.
Река. Гуси плавают. Это же волны, дядя Коля. Волны? Да. Тоже похоже. Молодец. А? А это что, экскаватор? Да. Григорий! Гриша! Вот я на этой машине твоего отца учил. Гриша, вспоминаешь нашу кормилицу? А что, похоже, а? Тебя только тут не хватает. Живая. Художник растет. Но это загадывать еще рано, дядька. Ты с премией ему краски купи получше. Что краски, дядька Коль? Я ему с премией знатный подарочек наметил. Какой, пап? О каком мечтал? Велосипед. Машинка высший класс. Прокати разок, а? Ну что ты, она же на одного рассчитана. На одного? А багажник зачем? Для багажа. А чего же я тебя на своем багажнике целый год раскатывала? Ну это дело твое. Ах, мое! Значит, я не жалел, а ты? Так ведь это же техника, ее беречь надо. У тебя техника, а у меня помело на палочке, что ли? Жила ты, вот то! Жила! Надька! Давай, садись! Мазила! Лапоть! Техническое ничтожество! Тебе на метле ездить, а не на технике! Вот тебе, вот тебе! Будешь знать, как задаваться! Пусти! Чего вцепилась, как кошка? А видишь? Так вот, если хочешь, чтобы я это все забыла, научи меня кататься на твоем велосипеде. С моторчиком? С моторчиком. Чего захотела? Не будет этого. Не будет? Тогда пойдем к моему отцу. Жила, 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 с девчонкой подружила. Стыд и позор. Эта нахальная девчонка победила меня при всех. И вовсе я не испугался ее отца. Но почему-то сдался. На другой день Надежда начала показывать первые успехи. А на третий день... Ох уж этот третий день. Лучше не вспоминать.
мне было жалко моей новенькой машины. Пусть она разлетится на 100 частей. Только пусть эта бесстыжая девчонка как следует расквасит себе нос. Но шлепнулась не она, а я сам. Это он, Федя, молодец. Правда, папа? Он очень толковый. Он так хорошо объясняет. Наверное, учителем будет, вроде тебя. Что ты, папа? Он такой тихий. Его мегом ребята заклеют. Тихий? А ты этим пользуешься? Ах, хитра лиса. Что ты приехал? Папа, познакомься. Это и есть Федя, мой товарищ. Ну, спасибо, дружок, что дочку научил. Теперь мы твои должники. Ну, это что? Это пустяки. Мне не жалко. Я так и знала. Это просто чудовищно. Схватил чужой велосипед и покатил. Я не жила. Мне не жалко. Но пусть спросит хотя бы. Иду на спор. Это Надька его погубит. Так ему и надо. Клянусь честью, мне он больше не друг. И чтобы сидеть с ним вместе за одной партой, ни за что. Ну и правильно, со мной сидеть будешь. Какая замечательная у Феди машина. На ней по большой дороге можно, и по узенькой тропке, по узенькой и узенькой. Захотела в Москву, захотела в горы, хоть в Индию, хоть в джунгли. Ой, папа, мне так захотелось путешествовать. Знаешь что, давай купим себе такие машины и поедем. Что ж, пожалуй, неплохо. Только знаешь, чего еще захочется? Чего, папа? Вот едем, допустим, мы с тобой. Замечательное место. Река широкая, полноводная, или леса нетронутые, богатые. Ну, просто глаз не оторвай. Видим, люди новый город строят. Да какой? Такого еще не бывало. Ведь захочется же нам остаться вместе с этими людьми. И останемся. Ладно, остались. Поработали, дело сделали, поехали дальше. А на пути опять люди. И опять что-то новое на земле создают. Гидростанцию строят или дорогу через горы ведут. Вот такую. Помнишь, на Урале мы строили. И опять захочется остаться. И опять останемся. Да, так путешествовать я люблю. Так ведь мы же с тобой так и путешествовали. Одно только плохо. Всегда жалко с друзьями расставаться. Почему так бывает с человеком? Мы познакомились. Он сказал мне: «Спасибо, дружок». И я сразу перестал на нее злиться. Просто загадочно. 1 сентября я неожиданно оказался на одной парте с Надеждой. Я понял, что Борька Иволгин объявил мне войну. Отец моря! А что моря? Экскаватор? Вот это да! А ты за кого? А мне все равно. Учительница! Садитесь, ребята. Кандидатов наметили? Наметили, наметили. Староста Стрельцова. Федя Стрельцова. Правильно, Стрельцова. Почему Стрельцова? Почему? Потому что у него знаменитый папа. А у Люси Кравченко папа летчик-испытатель. Что это, хуже? Правильно говорит. А у Толи Пирожкова кто отец? Знаем, знатный сталевар. Ну и что? А то, дорогие товарищи, это все папа и мамы. А всем таким сам Федька отличился, что весла кричит: Стрельцова, Стрельцова.
Велосипед у меня увел, да еще испортил. Только тема отличилась. Сиди. Итак, Федя Стрельцов. Других кандидатур нет. Как нет? А Ивлгин? Я же его еще раньше Стрельцом назвал. Ну что ж, проголосуем. Как полагается, если Бурю Ивлгина назвали первым, проголосуем за него. Ну, кто, ребята, за Бурю Ивлгина? Поднимите руки. Единогласно, Ирина Петровна. Но уже на другой день случилось происшествие, о котором рассказывать не хочется. Поменяйтесь местами. Так будет лучше. В чем дело, Ивлгин? Иван Алексеевич, мы только что выбрали Стрельцова старостой. Ну и что же? А он, наверное, списывает. Почему так решили? Ну, когда мы сидели вместе... Не болтайте, Ивлгин. Садитесь. И занимайтесь делом. Конечно, Иван Алексеевич просто спас меня от гибели. Наверное, он пожалел меня. И тут я твердо решил, надо жить по-другому. Вот возьму себя в руки, засяду за алгебру, и за английский, и вообще. Погоди, Ивлга, я себя еще покажу. Итак, решено. С завтрашнего дня жить буду по-новому. Нет, правда, я хотела жить по-новому. Но разве я виноват, что мне подарили машину? Должен я на ней ездить или не должен? Конечно, должен. А кругом такие сказочные места. Мне очень хотелось показать все это Надежде. Может быть, она и красивее видела. Сколько поездила с отцом по свету. А все-таки хотелось показать ей наши места. Очень это здорово катить на машине. Летишь, как на крыльях. А если бы еще и с Надеждой, вдвоем куда интереснее. Но представляете, что сказал бы Борька Ивлгин, если бы я посадил ее к себе на багажник? Он математику совсем забыл. Ему повторять надо, задачи решать. Да? Ну-ка, зайди, зайди. Ты чего это крутишь? Испортить можешь. А мы с Малышем шили куртку. Да-да-да. К октябрю обновка.
Ну-ка, Лизонька, пойди, поиграй. А зря вы балуете его, тетя Ксения. Пускай бы он раньше подтянулся. Понимаешь, я давно обещала. А раз обещала, надо сделать. Нет, вы не такая, как моя мама была. Да? А какая же твоя мама была? Ну-ка, расскажи. Я один раз двойку схватила. Знаете, что было? Что? Она 4 дня со мной не разговаривала. Я думала, умру. А потом я получила 5, и мы помирились. Да, строгая была у тебя мама. Хотите, я вам карточку покажу? Это они на фронте снимались. Похожа я на маму? Похоже. А теперь ты его вычисти как следует, смажь и вешай вон на тот крючок до будущего года. До будущего года? Да, до будущего года. И не дури, парень. За дело принимайся, не позорь отца. Теперь у тебя Бори и Волгина нет, подсказывать некому. Уже прибегал. Уже наябедничал. Ну ладно. Ты куда? Я тебе покажу, как ябедничать. Уже драться начал. Молодец. Soldier, солдат. Understand, понимать. To hear, слушать. 11, 11. Understand, понимать. Тихо слушать. A capital, столица. Clothes, одежда. Dirty, грязный. Understand. Understand, понимать. Сказать по правде, я не слишком бы нажимал на уроки. Как-никак переутомляться вредно. Я про это где-то читал. Но как-то неловко было отставать от девчонки. И тут случилось чудо. Неожиданно для себя я начал обгонять в учении Борьку. Он, конечно, разобиделся. С этого и началось. Да ты не так. Ты вот так. Левый глаз закрой. А правым целься. Да я так не могу. Он у меня не закрывается. Ну, давай я тебе помогу. Не обращай внимания. Кукареку! Кукареку! Не оборачивайся.
закаляй волю. Ответ этого примера 45-74. Правильно, Стрельцов. Хорошо, садись. Ты молодец, Федя, я так рад за тебя. Знаешь, Надя, не жди меня. Сама иди домой. Мне сегодня в библиотеку надо. Закрыто же сегодня. Да. Ну, тогда я в городскую. А что ты хочешь взять? Ну, что-нибудь. Может, про путешественников. Ну, ладно, и я с тобой. Знаешь, может, тебе лучше уроками заняться? Уроками? Хорошо. Иди один. Думаешь, не знаю, чего ты испугался? Домой пошла. Небывалый случай. Действительно. Неужели раскол? Факт. Это мы их, конечно, раскололи. Ну да. М плюс F. Пускай нам Федька скажет спасибо, что мы спасли его от верной гибели. Thank you.
Что за новость, Федор? В пальто, фуражке, прямо в комнату. Что с тобой, Федя? Урока не знал, не ответил? И знал, и ответил. Что-нибудь случилось? Ничего не случилось. А ну-ка, посмотри на меня. Ой, да ты от матери-то не скрывай. Думаешь, не вижу, что сам не свой. Федя! 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 А это тебе Надя дала, ей не надо. Федя! Федя! Да, это не товарищ. Если он глупой насмешки испугался, на такого не надейся. Такой из беды не выручит. А мало что в жизни может ему встретиться. И в речку, может, кинуться придется, чтобы человека спасти, и в огонь... И с врагом один на один схватиться. А в работе, думаешь, смелости нужно? Угу. Да, Надежда, не храбрый приятель у тебя оказался. Не храбрый. Ну, да и не жалей о таком. Не жалей, раз он за дружбу постоять не сумел. Березки зря сняла. Хорошая картинка, пускай бы висела. Папа, а как бы ты постоял за дружбу? Ну, я, наверное, отлупил бы их, и все дело. Правда? Все правда. Значит, надо им дать. Ну, что ты, что ты? Разве можно? Кто ж тебе советует драться? Это я так, сгоряча тебе сказал. Отлупить это, конечно, неправильно. Это нехорошо. На глупцов и другую управу можно найти. Папа, поговори с Федей. Ну зачем же, у него свой отец есть. Его отец на работе, когда еще вернется? А ты сейчас. Ну, я прошу, он тебя послушается, вот увидишь. Позвать? Если так, пожалуй, зови. Дядя Ксения, можно мне Федя? Нет, нельзя, Федя наказан. Наказан? За что? Подрался, вот за что. Подрался? Да, подрался. Борьку Ивылгина поколотила, дружка его этого. Толстяка банана, ну и молодец он. Ну чего же молодец? Матери-то жаловаться приходили. Молодец он, тетя Ксения, молодец! Так им и надо, молодец! Как старуха. Смотри, Лиска, не возьму в другой раз, будешь одна дома сидеть. Зарядил на целый месяц, теперь и до озера не доберешься. Хоть бы зима скорее. А осень чем плоха? А, папа, у нас завтра прогулка срывается на озера. Из-за дождя. А вот у меня прогулка не срывается. На охоту поедем? Поедем. На утку. Сейчас самый перелет. И Федю возьмем, а? Сапоги резиновые есть? Сапоги найду. Я папины старые одену. Вот и хорошо. Значит, возьмем? Возьмем. А тебя пустят? Наверное. Я спрошусь. А вот и не пустят. Вот скажу маме, что старуха меня обозвала, она тебя не пустит.
работал в вечерней смене. И мама сама разрешила мне поехать на охоту. Все-таки хорошая, добрая у меня мама. И вообще, замечательно все получилось. Борька и Елгин просто лопнет от зависти. Еду и вместе с Надеждой. Может быть, даже пострелять удастся. Хорош. Я не пойду на охоту. Не пустили? Пустили, да. Сапог нет. А как же отцовские? Велики очень. А ты тряпок побольше накрути и бумаги туда напихай. Они совсем не годятся. Дырявые. Жалко. Ну ничего, ты не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Я сейчас. Хотела узнать, у него резиновый сапог не найдется? У нас нету. Извините. Скажите, пожалуйста, у вас есть резиновые сапоги для мальчика? Откуда? У нас и детей-то нет. А слушай, Иволга, у тебя есть резиновые сапоги? Ну, есть. Дай на завтра Стрельцову. А вот, видала? У вас нет резиновых сапог? Нет, деточка, нет. Нет ли у вас случайно сапог резиновых? Да откуда, что ты, милая? На, бери! Чудак, мог бы и в руки дать. Совсем как утренние росинки на листьях. Прозрачные, холодные. Хорошо здесь. Правда хорошо? Вот чудовище. Такая красота вокруг. А он не знает, нравится или нет. А мне хорошо. Мне кажется, что там дремучая-дремучая тайга. Зверей полно. Мы плывем с тобой по таежному озеру. Одни. И нам не страшно. А сказать тебе, почему мне так кажется? Сказать?
Мы вот с папой на Дальний Восток собираемся. В тайгу, в самую глушь. Правда, правда. Там новый город будем строить. Папа один хотел поехать, а меня к бабушке отвезти. А вчера сидим, ужинаем, он мне и говорит: нет, Надежда, не могу без тебя. Придет весна, вместе улетим. Понимаешь? Только вот не сдержался я, разболтала. А он не любит этого. Ты никому не расскажешь? Да ты не слушаешь меня. Надя, у нас дома беда случилась. Какая беда? Я все рассказал Надежде. Я не мог не рассказать. В эту минуту она была мне самым близким другом. Но что делать дальше? Как поступить, чтобы дома опять стало все хорошо? Федя, куда же мы? Погоди. Ты не ошибся? Может, это Лискины игрушки? Она в запуках запрятала. Тогда он должен это отдать. Пойти все рассказать, как было. И все опять его будут уважать. Увидит, что он все-таки честный. А если он не захочет? Он не вор! Не вор! Как ты смеешь так говорить о моем отце? Девчонка! Всю ночь. Я думала о словах Надежды. Легко ей говорить. А если бы все это случилось с ее отцом? Ну что ж, неужели я мог бы сказать ей по-другому? Нет, не мог бы по-другому. Никогда. И я решился. Сейчас я разбужу его и скажу. При маме нельзя. Никак нельзя. Только без мамы. Наедине. С глазу на глаз. А ты что ищешь, сынок? Дневник. Дневник? А вот твой дневник. Ты что, Федя, плохо спал? Какой-то рассеянный. Вот завтрак. А ты уроки выучил? Английский повторил? Закройте учебники, ребята. Сегодня тема нашего урока – «Как я провел выходной день». Я сказала учебник закрыть. Где твой сосед? Не знаю. Почему-то не пришел. Он вчера на охоте был. Наверное, простудился. Ты, Боря, зайди к Стрельцову после урока. А как же? Обязательно зайду. Сапожки-то он мне не вернул.
Ну, хорошо. Ну, поговорим о прогулках, о забавах, о встречах с друзьями. Разговаривать будете только по-английски. Ну, кто из вас начнет рассказ? Ты, Надя? Можешь мне выйти? У меня голова болит. Ну, иди. Видали? Это тоже расклеилось. Они вчера вместе на охоту ходили. Охотнички. Вот что, Боря, ты у нас самый разговорчивый. С тебя мы и начнем. Да? Почему Федя в школу не пришел? Как не пришел? Он, правда, проспал немного, торопился очень. А может, то, что... А, знаю! Знаю! Надя! Надя, что случилось? Красный флажок. Вот он развивается. И все видят. Мой папа самый лучший мастер. И все его уважают. А он... Сейчас я скажу. Пусть он это вернет. Но если я скажу, и все узнают про это... Нет, страшно. Машину поставил. Оттуда лучше начинать. И самосвалом подходить удобней. Можно и оттуда. Сейчас перегоню. Давай. Надя, ты что тут делаешь? Я Федю ищу. Федю? То есть как ищешь? Разве он не в школе? Не приходил он в школу. Я думал, он к вам пошел. Ко мне в такое время? Зачем же? Случилось что-нибудь? А? Ну, вообще случилось. Загулял паренек, все дело. В кино пошел. А вот и не пошел он в кино. Не такой он, чтобы уроки пропускать. Смотри, как за дружка заступается. Молодец, девчонка. А Федя сказал вам, ну, про это? Про что? Сами знаете, про что. Не знаю, Надюша. Знаете. Про то, что... В сапог запрятали. В сапог? Да, в сапог. В какой сапог? Что запрятал? Ты что-нибудь понял, дядя Коль? Сходи-ка домой. Девчонка зря не прибежит. Ну да.
Подкладка рваная, вот они и зацепились здесь. Вот смотри, как получилось. Выходит, я припрятала. И Федор, конечно, так подумал. Гриша, ну что ты говоришь? Ты покажи ему, как они застряли тут. Да ведь меня оправдываться перед ним надо. Я ему все должен рассказать. На чистоту. Только на чистоту. Ведь была минута. Хотел я этот клад себе оставить. Затем и в сапог положил. Положил, а все-таки отдал. Значит, чистый перед народом. Вот пусть Федор и знает, как я в себе старое победил. А иначе как же правде учить? Ему в коммунизме жить. У него душа еще чище быть должна. Пришел. Федя еще нет, тетя Ксения. Ах, это ты, Надюша? Нет, не приходила. Где его теперь искать? Характер. Пришла. Наверное, меня ищет. Ну и пусть ищет. А что, если я тоже? Тоже уеду. Один. Как можно дальше. Работать буду, не пропаду. И тогда он поймет, почему я уехал. И он признается маме. Уеду. А я уеду. Может, больше никогда и не увидимся. А вдруг? Вдруг это ошибка, а он даже не знает про это золото. Чего же я молчу? Все-таки решился сказать. Ну что ж, я этого ждал. Только все не так, как ты думаешь. Совсем не так. Славный ты мой человек. Потому что в эту зиму я стал какой-то совсем другой. Играем в снежки, я первый бросаюсь в атаку. Катаемся на лыжах, мне с любой горы не страшно. И потом зима была какая-то особенная, красивая. Никогда в жизни такой не видал.
Может быть, это потому, что опять мы с Надеждой помирились. Не знаю. Только вот что жалко. Зима пролетела так быстро. Пришла весна. И как было задумано раньше, зерно мы собрались ехать на Дальний Восток. Мне очень хотелось на прощение подарить Надежде цветы, но я не мог на это решиться. И тогда я подговорил Борьку Иволгина преподнести ей букет от всего класса. И что удивительно, моя идея Борьке очень понравилась, но мы слишком увлеклись. Забыла. От всего класса. Спасибо, ребята. Почему от всего? От нас. От него. И от меня, конечно. Вот и прекрасно. Просто замечательно, что приехали. А мы уже волновались, думали, не увидимся. До свидания, мальчики. До свидания, друзья. И, пожалуйста, не ссорьтесь никогда. До свидания. Проскочили? А ну пошли. Пошли, пошли, пошли.
еще встретимся когда-нибудь. Наверное, встретимся. Ну, а если не придется? Не должна же дружба кончаться только потому, что люди расстаются. Ведь правда же?